Вот к вопросу о брендах. Вот мы, я все время не любил оливковое масло и не мог понять, почему. Я всю жизнь ел подсолнечное масло, вырос на нем. А потом вот мы стали производителем оливок сначала, потом оливкового масла у нас в Мрии, в Крыму. Я попробовал масло оливковое. Слушайте, потрясающее масло. Думаю, что это такое? То ли у меня какой-то шовинизм по отношению к импортным брендам. Мы взяли, провели анализ, купили 15 самых дорогих итальянских, испанских оливковых масел и отдали на масс-спектрометр. В лучших брендах оказалось 50% пальмового масла, а в остальных 70% пальмового масла. Я понял, что, в общем, почему я его никогда не любил. Когда я попробовал настоящее оливковое масло, без всяких брендов, просто сделанное у нас из наших оливок в Крыму. И, слушайте, я полюбил оливковое масло. Поэтому вот в данном случае бренды как раз работают в обратную сторону, потому что они нам рекламируют одно, а с помощью масс-спектрального анализа мы получаем совершенно другую картинку. Желательно бы заглядывать, что там внутри за этой вот всей внешней шелухой. Поэтому вот потребляйте российское и не только подсолнечное, но и оливковое масло.